Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами поговорим о новинке из каталога Oriflame номер 9. Это эмульсия против воспалений для лица из серии Novage. Серию Novage я в принципе очень люблю, сама пользуюсь антивозрастным комплексом Экологен. А эмульсия выглядит вот таким образом, то есть мы ее получаем в коробочке. Тут, кстати, есть инструкция по применению на нескольких языках. И вот сама эмульсия 30 миллилитров. Для кого она предназначена? Если вам более 25 лет, то есть прошел уже подростковый возраст, а на коже возникают воспаления, высыпания, какие-то прыщи, то есть вот, ну, кожа никак не выровняет свое состояние, то эта эмульсия помогает справиться с этими задачами. Наносить эмульсию рекомендуется уже на сыворотку после всех очищающих процедур, пальчиками вбивать в кожу лица. Она очень легко, кстати, впитывается, у нее приятный аромат и ощущение очень приятное. Ее наносить можно и утром, и вечером. И так как я ее уже сама попробовала и получила первое впечатление, то могу сказать, что и макияж на нее классно ложится, и она комфортно лежит на лице. Но самое главное, что когда я ее получила, у меня вот тут был такой огромный прыщ вот в таком месте неудобном, то есть там, где уже начинается тонкая кожа вокруг глаз, то есть прям на переходе между кожей лица, которая потолще, и здесь такое местечко коварное просто, и было очень некомфортно. Я один раз только нанесла эту эмульсию на ночь, утром я встаю, у меня идеальная кожа, и от прыщика не осталось и следа. Но если проблема более серьезная, то в течение месяца эта эмульсия будет работать и уберет воспаление и справится с этой ситуацией. Вот такой вот потрясающий продукт. В состав его входит масло тамано, центелла азиатская, салициловая кислота. И сейчас покажу вам, как выглядит крем. То есть одно нажатие буквально или два достаточно, чтобы нанести на всю кожу лица. Вот такая приятная консистенция, он легко впитывается, такой нежный мягкий крем и обладает чудесным ароматом. Вот. Спасибо вам за внимание, всем желаю красивой, нежной, ухоженной кожи и надеюсь, что многим это средство поможет справиться с задачами, которые долгое время казались не по силам. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!